я нахожусь в важном месте, это Крамар Моторспорт. Место, которое сложно, сложно заехать, но все-таки я смог. Фишка в том, что вот на следующей неделе будет ипподром у нас 23 февраля, соответственно, на центральном московском, на Беговой. И вот говорят: Санек, а ты не хочешь как бы вот пошелестеть поршнями? А меня дважды-то звать не нужно. Короче, будем катать народ, делать модный рейс-такси на турбо-жиге. Вот. Ну, короче, тачка на фетише. Ой, тут, короче, на карбоне, на едаше, на электропомпе, вон там на всяких переключалках. Вот, тут даже есть несколько прошивок для мозга. Ну, мне сказали, дальше первый не ехать, мне будет страшно. Но это мы еще проверим, короче. Вот. Ну, как на всякий случай, если что, тут в багажничке есть такой наборчик, как бы. Сам сломал, сам чини. Мне сказали, что как бы, ну, давно ли, Вася, ты видел турбо «Жигули»? Оп, синие патрубки на месте, блов на месте, термуха на месте, одна, вторая. Ну, короче, мощный мотор. Сань, сколько тянет? Сколько сил-то там? 200 есть? 200 есть? 200. Не врешь? Нет. Ну, ладно. Даже больше. Ну, ладно, ладно, тебе можно поверить. Если что, всегда знаем, как тебя наказать. Короче, будет видно. Что сломается, я не виноват. Если что, это не я. Я всегда нежно к автомобилям отношусь. И поскольку сегодня день удивительных историй и приключений, я приехал к Максу в гости, он открыл мастерскую в полной перди, просто в жопе мира, просто невозможно сюда пробраться, поэтому, Макс, скорее заработай $1 000 000, построй себе нормальный бокс где-нибудь поближе к Кутузовскому. Короче, они тут «Жигули» всякие чинят. Вот та песенка, на которой мы 12 часов проехали. Скоро поедем 24 часа. Вот тут еще один кузовок, короче, тоже лежит, подготавливается. Там каркасы, маркасы, все остальное. Ну, вот, естественно, «Волжаночка» на V8. Как бы все стильно. Но самое главное, кого я хотел показать. Макс, ты все съел уже, что ли? Нет, а, тут поселился, короче, кот, котенок, кошечка. И обратите внимание на абрис. Этот обвес назвали Rocket Kitty. Но самое забавное, что Макс, чтобы работать с интересом, поставил себе просто домашний кинотеатр. Знаете, оп, 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 и кайфует.